Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, и в этом видеоуроке я расскажу вам о том, как сказать по-фински, на каком языке ты говоришь. Ну, во-первых, давайте с вами изучим главный вопрос, на каком языке ты говоришь. Для того, чтобы задать этот вопрос по-фински, нужно сказать «Мита киелта сина пухут». «Мита киелта сина пухут». «Мита киелта сина пухут». Либо, если вы обращаетесь к своему собеседнику на «вы», тогда стоит сказать, на каком языке вы говорите. «Мита киелта те пухутте». «Мита киелта те пухутте». В этих вопросах был использован глагол «пухуа», который означает «говорить». Этот глагол требует окончания «а» либо «э», то есть «партитиви». При выборе этого окончания мы руководствуемся правилом гармонии гласных, на тему которой у меня сделан отдельный урок на канале. Вы можете найти этот урок в плейлисте. Теперь давайте с вами разберем таблицу. Таблица очень простая. В таблице 4 столбца. Первый столбец называется «маа», то есть «страна». Здесь вы можете увидеть такую фразу, как «минун коти маани он», то есть «моей родиной является такое-то государство». «Минун коти маани он». Второй столбец называется «кансаллисуус». «Кансаллисуус» переводится как «национальность». Когда мы представляемся, когда мы говорим свою национальность, мы используем фразу «мина олен» и дальше подставляем свою национальность. Третий столбец называется «киели», то есть «язык». Мы можем сказать «мой родной язык» такой-то, такой-то. «Минун эйдин киели он» и называем этот язык. И, наконец, четвертый столбец, который, может быть, вам не совсем понятен, но вы уже догадываетесь, о чем здесь идет речь, это столбец, который называется «мина пухун», то есть «я говорю». Я говорю на таком-то языке. Теперь давайте разберем каждую из строк по порядку. Минун коти маани он суоми. Моя родина – Суоми. Мина олен суомалайнен. Я – фин. Минун эйдин киели он суоми. Мой родной язык – финский. Мина пухун суоми. Я говорю на финском языке. Снова обращаю ваше внимание на то, что при выборе окончания «а» либо «э» мы руководствуемся правилом гармонии гласных. Следующее предложение. «Минун коти маани он Руотси». «Моя родина – Швеция». «Мина олен Руотсалайнен». «Я – швед». «Минун эйдин киели он Руотси». «Мой родной язык – шведский». «Мина пухун Руотсия». «Я говорю на шведском языке». Минун коти маани он Норья. Моя родина – Норвегия. Мина олен Норьялайнен. Я – норвежец. Минун эйдин киели он Норья. Мой родной язык – норвежский. Мина пухун Норья. Я говорю на норвежском языке. Минун коти маани он Танска. Моя родина – Дания. Мина олен Танскалайнен. Я – датчанин. Минун эйдин киели он танска. Мой родной язык – датский. Мина пухун танска. Я говорю на датском языке. Минун коти маани он исланти. Моя родина – Исландия. Мина олен исландилайнен. Я – исландец. Минун эйдин киели он исланти. Мой родной язык – исландский. Мина пухун исландия. Я говорю на исландском языке. Минун коти маани он Веная. Моя родина – Россия. Мина олен веналайнен. Я – русский. Минун эйдин киели он Веная. Мой родной язык – русский. Мина пухун Веная. Я говорю на русском языке. Минун коти маани он Виро. Моя родина – Эстония. Мина олен виролайнен. Я – эстонец. Минун эйдин киели он виро. Мой родной язык – эстонский. Мина пухун вироа. Я говорю на эстонском языке. Минун коти маани он энланти. Моя родина – Англия. Мина олен энлантилайнен. Я – англичанин. Минун эйдин киели он энланти. Мой родной язык английский. Мина пухун энлантия. Я говорю на английском языке. Минун коти маани он ранска. Моя родина Франция.
Minä olen ranskalainen. Я француз. Minun äidinkieli on ranska. Мой родной язык французский. Minä puhun ranskaa. Я говорю на французском языке. Minun kotimaani on saksa. Моя родина Германия. Minä olen saksalainen. Я немец. Minun äidinkieli on saksa. Мой родной язык немецкий. Minä puhun saksaa. Я говорю на немецком языке. Minun kotimaani on Intia. Моя родина Индия. Minä olen intialainen. Я индус. Minun äidinkieli on hindi. Мой родной язык хинди. Minä puhun hindiä. Я говорю на хинди. Minun kotimaani on Sudan. Моя родина Судан. Minä olen sudanilainen. Я суданец. Minun äidinkieli on arabia. Мой родной язык арабский. Minä puhun arabiaa. Я говорю на арабском языке. Minun kotimaani on Kiina. Моя родина Китай. Minä olen kiinalainen. Я китаец. Minun äidinkieli on Kiina. Мой родной язык китайский. Minä puhun Kiinaa. Я говорю на китайском языке. Minun kotimaani on Japani. Моя родина Япония. Minä olen japanilainen. Я японец. Minun äidinkieli on Japani. Мой родной язык японский. Minä puhun Japania. Я говорю на японском языке. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео, оставляйте комментарии. Еще больше информации о Финляндии и финском языке вы сможете найти у меня на канале. Удачи вам в изучении финского языка и до новых встреч!